Слышно, да? 3, 4. Слышно. Даже мне. Итак, я начну с песни, которая целиком висборовская в том смысле, что сочинил-то ее я, но под сильнейшим влиянием Юрия Ильича. Это во-первых. И во-вторых, поскольку под его влиянием она была сочинена, сам Юрий Ильич с удовольствием ее время от времени напевал. Мы с ним проучились целый год одновременно в институте. Правда, я был на первом, а он на последнем курсе. Но у меня впоследствии сложилось ощущение, что все 5 лет нашего института я был с ним рядом, он был рядом со мной. И, конечно, он был первым вдохновителем моих песенных... Это микрофон, это не я. Да, моих песенных шагов. И когда после института я оказался на Камчатке, моя самая первая камчатская песня вся была в его интонациях. Впоследствии ее пели многие. Я не призываю вас подпевать, но если вам очень захочется, я возражать не буду. Капитан Беринг открыл наш дикий берег. Что за чудо, капитан? И в этот берег дикий стучит волною тихий, ужасно тихий океан. Подо мной глубина 5 километров до дна, 5 километров и 25 акул. А волна до небес раскачала МРС, но никто из нас, никто не потонул. Подношу к свету последнюю галету и делю на 7 персон. А беломору нету и спичек тоже нету, зато селедки 20 тонн. Подо мной глубина 5 километров до дна, 5 километров и 25 акул. А волна до небес раскачал БРС, но никто из нас, никто не потонул. Если ты смелый, ходи да дело делай, а акулу позабудь. А если ты не смелый, ты тоже дело делай, тогда спокойно кончишь путь. Подо мной глубина 5 километров, да-да-да, 5 километров и 25 акул. А волна до небес раскачала БРС, но никто